Учители будут спать в учительской. Ну. А мы будем спать в классе. Что это делать? Как они не понимают, что я это не понимаю? Ну вот, Ксюшке нужно это все учить, и завтра она будет рассказывать, защищать свой плакат. Ребята спрашивали, как можно с тобой Fortnite. О, май гад! Мультики Лито! Доброе утро. Ксюша еле идет. Ты не проснулась еще? Нет? Доброе утро всем, приветик. Ой, после 4 дней выходных вообще вставать тяжело. Не встает, она в 6 часов сегодня встала. Я ее опять спать уложила до 7 часов, теперь она не встает. Давай, давай. В школу пора. Да, ребят, мы еще в школу ходим. Нам еще целых 3 недели учиться. Да, Ксюнь? С Ксюшей все хорошо. Она себя хорошо чувствует. Просто, видимо, переутомилась. Да. Просто она переутомилась. Все нормально, ничем не болеем, все хорошо. Температуры нет. Ничего не болит. Бончик прибежал. Бонь. Чего ты прибежала? Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Пойдем гулять. Гулять пойдем? Пойдем гулять. Пойдем, пойдем. Давай, Ксюша, одевайся. Я... Маргарита проснулась сегодня в 6 часов, когда папа на работу ушел. Ну, уже начала одеваться, все. Я говорю, ты что, тебе еще целый час спать? Вот теперь не может встать. Давай. Доброе утро. Встаем. Да-да-да. Давай. Вставай. Травка мокрая на улице. Она вытирается после нее. Понял. Приколистка. На бонь. Давай, все. Погуляли. А штаны? Забыла? Смотри, смотри. Вытирается, вытирается. И у меня эти... Как просто дети есть зеленые. Зеленые надень? Ага. Так, собираем. Ничего. А. Еще хочешь? Да. Это что у нас? В общем, тут орешки, семечки, изюм. Так, все, ланчбокс собрала. Закрываем. И в рюкзаки. Курточку надевай. Прохладно сегодня. Не холодно. Мою курточку присвоила себе, главное, деловая. Да ладно, я шучу. И мне вот так вот пойти? Нет, футболочки, будет прохладно тебе. Прохладненько. Я хочу еще куртку. Нет, я хочу вот это, потом еще другую толстовку, потом эту толстовку, потом еще большую куртку. Ты лучше вообще не пойти в школу. А лучше вообще в школу не пойти. Кровать. Так что тут с ежиком лежит, а? Это кто-то ежик? Пойдем куртку надевать. Это не ежик. Держите ваш рюкзак. Маргарита, помнишь, ты эту куртку носила? Я теперь помню, ее, я да. Носила. Маргарита носила, Ксюша носила. Теперь Каролина с буквой К.
Да, на меня. Как у тебя, Ксюша? Калина нет. Калина тоже К. Калиночка так неудобно завязывает. Нормально, сядь. Ребят, кто спрашивал про этот треугольничек? Мы его треугольничком называем. Это специально деткам, те, кто в садик ходит, надевают, чтобы они... Когда через дорогу переходит машина, чтобы их видела лучше. Чтобы они знали, что они идут. Да, чтобы они знали, что это дети. В детский сад идут. Да? Потому что вот эти, они светятся. Все, пока. 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 Девчонки пришли. О, не баста! Как дела? Хорошо. Что случилось? Ничего. А что она ругается? Это мне не подарили, за нас было дома. Нет, смотри. Ну какая разница, даже если дома было. 8 из 10, 2. Я тут забыла один квадратик, а тут я не знаю, я не помню. Угу. И тут еще квадратик забыла. Угу. И тут 3 из 8. 3 из 8, а что, да, неправильно сделала? Я тут не... А, не успела? Не успела. Не знаю, что это. И где оценка? 4,9. Ну-ка, нормально. Почти пятерка. Почти пятерка. Если бы успела сделать, остальные была бы выше оценка. Да. А когда вам говорили, что вы будете ночевать в школе? Уже давно. Нет, в каком году вы это будете делать? В этом году? В этом году. Летом? Да. Когда? 2 июля. 2 июля ночевать в школе? Всем классом? Учители будут спать в учительской, ну, а мы будем спать в классе. Каждый в своем классе. И в чем, прикол? Мы просто... Мы потом утром все вместе садим за один стол и будем кушать. И каждый должен что-то принести для всех. Так вы вечером туда придете? Да. Вечером? Где-то 8. Переночуете, утром проснетесь, позавтракаете и домой. Интересно, я первый раз такое слышу. То есть где-то в 12 домой, а потом у нас еще или в 3. Или в 3 домой, потому что у нас же есть. А кушать? Так много надо с собой брать. Идет коза рогата, я за мамой. Идет коза рогата, я за мамой, ребята. Кушайте, то опоздаете. Да знаю я. Офигеть, как они выросли. Они каждый день растут. Ты смотри, кто тут гав. Пойдемте кушать. Земля. Нужно уже косить траву. Она очень быстро растет. Столько шли дожди. И травка выросла. Так, все, садимся. Макс, ты зачем Ксюше набил шишку? Макс? Ксюша, зачем шишку набил? А? Бедная. Набил ей вот тут шишку. У тебя даже там царапина. Поцарапал тебе даже. Макс, так нельзя. А Маргарита снова ходит в школу. Какие у тебя уроки? НМГ? Ну, давай. Без куртки пойдешь? Точно? Давай. Пока. Удачки. Не понимаю я это. Я тем более не понимаю, Ксюш. Ну подожди, папа придет, подскажет. Нет, не хочу это потом делать. Ну не нервничай. Не хочу я это делать. Как они не понимают, что я это не понимаю? Как они не понимают, что я это не понимаю? Они не понимают, что ты это не понимаешь. Это не получается. Ну не нервничай. Посиди, спокойно подумай. Вот так вот руки делаем. Вчера тоже Ксюша злилась. Почему-то наше растение раскрылось там, где мухи есть. Вот смотрите, вот здесь муха, она раскрылась. И вот здесь муха, она раскрылась. Ва, закрывается. Ну, значит, не хочет. Как? Ксюша, не хочет. Не знаю. Вот это, видишь, закрылась, так и не открылась. Ну, потому что она кушает. Нормально. А это значит, не хочет. Что ты заставляешь кушать, если не хочет кушать? Что, не можешь взять пальчиками? За крылышко возьми. Давай я возьму за крылышко. Но, любовь,
Вот и все. Какой дать? Давай вот этой. Да? Ой. Надо чуть-чуть тронуть, потому что она не... Она шевелится, муха, чуть-чуть. Я просто боюсь, что она прям с моим пальцем закроется. Не закроется. А чем тронуть? Мне такой большой не надо. Опа, все, ловушка. Она так медленно закрывается, мне кажется, даже если муха туда сядет, то муха успеет улететь. Потому что она очень медленно закрывается. Кто там пришел? Вон. Кто там? Кто там? Кто там пришел? Ой, такой она. Счастливая, что Маргарита пришла. Ксюша закончила свой плакат про Россию. Что такое? Ничего. Вот такой плакат у нее получился. Да ты его уже знала. Про Путина знаешь, да? Угу. А Федор мы не знаем. Ну как, про еду знаешь? Угу. Ну, про матрешку. Да. Ну. Вот это я знаю. Про флаг. Что там про флаг? Вот это. Ну вот, Ксюшке нужно это все учить, и завтра она будет рассказывать, защищать свой плакат. Гуша мне сейчас поможет быстренько грибы почистить. Я пока буду лук резать, хорошо? Угу. Готовится соус. С курочкой, с грибочками. Кто не хочет, может выловить грибочки. Я знаю, что... Ой, запотела. Я знаю, что Ксюша грибы не ест. Да, Ксюш? Значит, я тебе только курочку положу. Говори. Алло. Привет. Сама будешь? Да. Бонни! Где Бонни? Где Бонни? Где? Бонни на улице. Ой. Не слышно? Сможешь? Мами! Ножками опускайся, пониже иди. Не да. Сможешь? Саня, how up? И тут я на столове. Опа! Не больно? Нет. Дай. Дай, говорю. Она ее понесла. Я у нее прошу. Папа, ты не хочешь постричь газон? Это ее любимый ежик. Ксюш, ты с травой сливаешься. Если бы у тебя еще была полностью майка зеленая, мы бы тебя потеряли. Маргарита, иди там, убирай подарочки свои. Так быстро вырастает куст. А, Вонька. Косим травку. Пойдем. Вонь, пойдем кушать. Ух ты. Эй, Вони. Вони. Сейчас папа травку покосит. Только этот кусочек. Все, не будем там. Ну там не будем подстригать, только здесь. Этот квадратик. Вот здесь это кешью, изюм, немножечко какие-то хлопья шоколадные, земляные орешки. Только одного пакетика в день хватит, потому что они очень калорийные. Когда мне будет это кошечка. А там это ребята кошечка. Спрашивали, как можно с тобой в Фортнайт поиграть. А как? Я как не тебя знаю. Зовут? У тебя есть имя? Ну да. Ну как тебя зовут? Как я бомби. Да? А где? Как же еще? Вот уже. Смотрите, вот так меня зовут. Ксюшу. Угу. Кому, если кто-то хочет, вы можете ее найти. Вот, алло. А с кем ты играешь? Ты прям с ними разговариваешь? Да, через наушники? Да, разговаривать. Угу. А если нет наушников, ты не можешь с ними разговаривать. Ну да. Ну ты их слышишь, да? Ну да.
Санка. Алло. И с кем ты сейчас будешь играть? Ну, зачем? С одноклассниками? Ну да. Ну да. Ну да. Тоже. Из рюкзаков. Мама, знаешь, как Ксюша делает? Она делает это. Но она раскачивается. Да, она себе так раскачку делает. Мам, какой рюкзак. А ты как делаешь? Я вот так делаю. Мам, какой рюкзак. Банан. Лойте, ich will spielen, hallo. Hallo, hallo, hallo. Она хороший вратарь, да? Ну да. Hallo. Hallo. Какая лелепантинка! Что ты хрюкаешь? Правда, походу, мама, ты инфотро, тут там мучика литил. Мучика литил. Мучика литил. Марго, ханур, ани, мусор. Пойдемте спать уже. Нет, чистим зубки и спать. Да. Да, да, да. Где пульт? Давай, а то я вот так выключу. Запросто. Ты что, опять пальмы делаешь? Хорошо, все зубки прочистить. Наверху, внизу. Макс, смотри, Каролина хорошо чистит, ты пока нет. Ты не дергайся, у тебя так плохо будет получаться. Давай. Ну-ка, слева, справа, сверху, снизу. Да, опять. Все. Зубы мы почистили. Бегом. А. Мама! Все, теперь кто первый в кровать? Раз, два, три. Макс первый. Нет, зачем столько игрушек? Не надо. Это Маргарита единорог. Раз, два, три. Так, все, свет включаем. Так, теперь кто первый укроется? Ну-ка. Раз, два, три. Все, молодцы. Ты хомяка, хомячку покормила? Хомячику, смотри, она там туннель какой сделала. Видали, смотрите, она. Туннели, какие ее быстро можно найти по этому туннелю. Она живая хоть? Ты когда ее последний раз видела? Как тут ты не знаешь? Ты хоть ее проверяй периодически. Зачем ты брызгаешь? Чтобы вкусно пахло. Ну-ка. Пало. Нормально, да? Нормально. Вкусно пахнет. Так. Все, хватит. Так, кто там встал? Ну-ка, быстро спать. Все, пока.